Привет, друзья, подписчики мои. Мы сегодня находимся в Play Day. И сегодня четверг, цена игры 30 рублей. Давай начнем сразу с хватайки. Забыл, как играть здесь уже. Please wait. Попытку нам дали одну. Вытаскиваем сразу жабу. А на самом деле цели выиграть у меня сегодня игрушку нету. Просто поиграем во всех аппаратах сегодня. По 30 рублей, нормально. Ай, ну конечно же нет. Посмотрим, еще раз не дадут, да, мне поиграть? Нет, погнали поищем что-нибудь еще. Так, ребята, будем играть в ювелирку. Самый дорогой аппарат. Вот с такой красивой штукой. Цена игры 30 рублей сегодня. Итак, вагонетка пошла. Давай, Пандора, сразу вон ту жирненькую. Может, часики? Что, может, часики реально будет схватить? Или нет? Смотрим, реально, нереально, нереально. Давай вон ту здоровую фигню. Мне кажется, есть шанс. Пробуем. Ну-ну-ну! Давай, 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 тащи, тащи, тащи. Ну! Да ладно, первый раз в жизни я выиграл в ювелирку. Наверное. Да, мы выигрываем, ребята, мы ее собираем. Первый раз что-то выиграл. Класс. Комиссия по хватайка. 30 рублей. Зарядили провер. Либо выиграем тикеты, либо игрушку. Начнем. А, слушай, это же беспроигрышный хватайка. Класс. Давай вот этого медведя. Мне кажется, его изи схватим его. Нет, слишком тяжелый. Ну тогда выиграем хотя бы тикетов. Погнали. Да, тот хватайка бесполезный, бестолковый. Здесь тикета хотя бы можно схватить, смотри. Да, донес. Есть. Хотя бы тикетов схватил. Ну, давай, давай еще разок. Мне кажется, надо еще раз сыграть. Вон того Мишку. Это как в скайпарке аппарат, короче. Очень похож. Нет, прям облизывает и отпускает, ты посмотри. Но ничего, по крайней мере, мы тикеты сегодня заберем 100%. Вон туда в кучку надо. Пошла. Оба, хорош. Может, сразу 2-3 удастся? Нет, ну хотя бы одну. Одна тоже неплохо. Итак, опускаемся тикетами. Аппарат Тетрис, цена игры 30 рублей. Оба. Итак, Press start. Нажал. Пошла. Музычка, конечно, здесь офигенская. Я сегодня просто черная пантера. Оба, видали, что творю? Просто демон. Просто, посмотри. Просто сумасшедшая сегодня. Oh no! Кредит 27, game over, друзья мои. Мы проиграли. Давай еще раз. Еще разок. Press start. Старт нажали. Так. Ну, Тетрис, давай, не проведи меня. Так. Слушай, сразу две вот она, да? Как хитро сделано. Ого! Вот это мы! Ого, ребята, здесь главное сконцентрироваться. Вау, еще осталось буквально две. Вау, ребята, что происходит, посмотрите. Да ладно, еще буквально чуть-чуть, и мы забираем майнер приз. Опасно? Да ладно, ребята, неужели первый раз я выиграю в Тетрисе сегодня? Так. Yes, ребята, майнер приз Тетриси в Play-Day. Это где такое видано? Ух, ребят, мы забираем плюшевую игрушку. Так, Select приз. Я не буду, смотри. Так, давай контит. Ой, а почему контит нажалась? Я хотел приз. Блин, придется играть. Oh no, ребята, вы это видели? Блин, короче, объясню. Я нажал на Select приз, и он выбрал смайл. И получается, а выбрать маленький приз нельзя. Вот это, конечно, такое. Ну, давай еще раз. Я прям расстроился, серьезно, я расстроился. Ладно, у нас может получиться. Давай. Начинается все медленно. Давай, я уже опытный в этом деле. Отлично. Блин, я уже не дотяну. Ребята, ну короче, ставь лайк за мои старания. Потому что я иду к победе уверенно. Да ладно. Да ладно, ребята. Опять второй раз. Вдруг мы выиграем майнер приз. Ребята, секунду. Да ладно, второй раз подряд. Бум, ничего себе. Да я сегодня просто король Тетриса, блин. Вау. Короче, что мы делаем?
Селект приз. Все, жмем. Я не могу. Знаешь, я думал, кандид следующий приз. А, может, еще раз надо нажать? А, вот. Короче, ребята, если выиграли маленький приз, то нажимайте селект приз, и тогда будет выбираться приз. Ну, это вообще. Ну, по сути, давайте так. Я уже выиграл, по сути, две игрушки здесь. Итак, собираем. Слушай, начало хорошее. Ребят, играл в Тетрис, ну, короче, я взял превьюшку, аппарат живет своей жизнью, дал нам еще халявных тикетов, забираем. Пробую поиграть в башню, может, удастся выиграть джекпот. Джекпот у нас 503 тикета, ребята. Я пока шел, потерял бутылку воды, прикинь. Так, ну ладно, итак, пресс, старт, поехали. Ну давай, джекпот, отдай джекпот. Куда ты ушел? Джекпот хочу. 250, нет, 4 тикета. Я буду играть еще. Давай, пошла, баланс. Так, смотрим, где джекпот. Джекпот у нас вот здесь. Опасный момент, удар. Ну, на, я был близок. О, 150, 250. Да почему 7? Да почему 7? Что это? Я хочу джекпот. Буду играть, пока не упадет джекпот. Итак, дождемся. Я слишком поздно сейчас нажимать. Ну, я был близок. Я слишком поздно нажимаю. Да почему 4? Да почему опять 4? Да кому это надо? Ладно, забираем. Ну, это вообще... Ну, ладно. Ребят, смотрим. Каждый четверг все аппараты по 30 рублей. Народу мы днем сейчас 3 часа дня, 4. Народу вообще, ну, мало народу. Друзья, мой любимый аппарат со стеклянной трубкой. Играем здесь. Итак, надо сразу. Вон за теми 2000 билетиками. Сразу, пошла. И в дырочку, давай, четко, братан, иди, работай. Нет. Ладно, давай выиграем лего рядом. Пошла. Лего хочу, Star Wars. Попробуем. Я тут выиграл один раз. Итак, я был близок. Вы видели, ребята, я в принципе был близок. Давай сыграем еще, поборемся. Нет, ладно, погнали в другое. Смотрим внимательно, огромный хватайка, цена 30 рублей, но игрушки все уже выиграли. Либо тикеты, либо ничего, играть я здесь, наверное, не буду. Еще аппарат с огромной клешней, в обычное время он стоит что-то под сотку. Призы там крайне маленькие, проще было выиграть в Тетрисе, реально. И огромная клешня. Ребята, поиграем еще здесь. Я не знаю, что здесь надо делать. Надо играть еще. Итак, давай, левел 1, левел 2. Старт. Так, надо выиграть призы. Я не знаю, не помню, что надо делать. Надо, чтобы 3 выпало. 1. Левел 3, хорошо. Пошла. Так. Минус 2. О-о-о. И я так полагаю, что все. А, еще есть. Минус 1. А куда минус 1-то? Нет, до 5-го левела дойти вообще нереально, ребята. Игра будет, не будет. Все, кончилось. Смотрите, аппарат бульдозер. Ну, я, наверное, играть не буду. Это безумие. Ради чего? Плойку, не плойку. Пойди попади еще, потому что не выиграй. И где-то здесь должен быть еще один маленький тетрис, я помню. Вот он, малыш. Маленький тетрис. Пробуем играть здесь. Не прокатило. Пробуем играть здесь. Все. Real, minor priz. Кредит 2. Не понял. Кредит 1. А он сломан, ребята, прикиньте. Я не понял, 30 рублей мои сожрал или нет? Здесь рядом вот водичка льется. Слушай, я больше не буду. Давай, подожди, еще разок. Лизмы, запуск, ну, баланс 160, а он не работает, прикинь, у меня этот аппарат сожрал 60 рублей, вы представляете, ребята, ну, это бедняк, это вообще нечестно, не, все, не работает, смотри, сломался, ау, алло, не, сломался. У нас вот такой аппарат есть, Road Trip называется, друзья, мы здесь, мы уже выиграли, и сегодня мы точно здесь что-то выиграем, цена игры 30 рублей, погнали. Итак, дергаем. Давай! Спин! Опасно. 35. О, нет! Мистер Майлз, спин нау! Давай еще! Спин нау! Я не понял, что это было!
Наверное, спин нау, мистер спин. Окей. Смотрим, ждем. И снова 35. Так, это был первый спин. У нас еще два есть. Эба! У нас еще есть два спина, это однозначно. Пробуем. Мистери, 25. Еще раз. Да! Давай. 200. Надо набрать 250, кто не в курсе. Ну, мистери, да что ж так. Итак, мы собираем 160 мил, гейм овер. Но у нас приз должен быть в любом случае. Thanks for playing. Come back for another amazing road trip. Подожди, а... Нет. Мне кажется, один приз. Я помню точно, в прошлый раз нам выдавало призы. А, у анерных ПДФ, когда они по 30 рублей, друзья. Играют здесь от Протайка, пытаются выиграть тикеты. Кстати, в аппарату, где мы не играли, в этом, собственно, и в ножницах, а, поиграем здесь. И я пойду к Тетрису, там проще всего, мне кажется, выиграть. О, сразу дали тикеты. Окей, спасибо. Так, пробуем. Сейчас мы выиграем призы. Так. Ребята, видели, я был близок. Я был максимально близко. Почему я не выиграл? Почему? И у нас все. Эй, обидно. Ножницы, я тут беспонтово играть здесь точно не буду. Сука, я получил тикетов. Приехал сегодня, даже не за тикетами, но приехал сегодня за призами. Я выиграл тикеты. Класс, печатаем. Нет, ну что, в финале ролики вернулись к Тетрису. Ну, да. Ну, давай. Напоминаю. 60 рублей у нас сегодня сожрали. Давай, я готов. Я сосредоточен, я собрался. Два приза мы сегодня тут выиграли. Надо выиграть еще. Раз, смотри, изи. Просто изи катка, смотри. Просто на изи первые три. Так. Давай. Оу, ноу. Ну, в прошлый раз я дошел с этого до майнер приза. Пошла. Оу, ноу, ребята. А еще. Я хочу еще. Никакого гейм-овера. Поехали. Па-па-пара-па-па-пара-па-па-пара-п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 а-
Давай, ты сможешь, ты справишься, ты лучший, давай! Поехали. Опа! Хорош, давай, изи, каточка, изи, давай! Давай, Бейзон, последний раз, ребята! Только от вашего лайка, у меня сейчас сердце... Все. Итак... Да! Майор приз! Изи! Слушай, ребята, собирать лего я не хочу. Пистолетики тоже. Давай, селект. Так, давай выиграем. Я не знаю. Давай вот эту вот клубничку. Так, старт. О, клубничка поехала. Yes! Просто разорил Tetris Play Day! Бау! Я в жизни в Тетрисе не выигрывал, и сегодня какой-то безумно наш день! Отлично, игрушка упала. Ну давай, все, последний раз, у меня остается там, по-моему, 30 рублей как раз, 40 вернее. Ага! А, баланс 40, а, вот, баланс 10, правильно. Итак, пресс старт. Так. Давай. Давай еще. Играем спокойно, играем по-крупному, ребята. Вот так вот, ребята, изи, идем к победе. Победа будет наша. Маша, я тебя люблю, давай. Давай. Итак, финал. Да, блин, о май гад. Вы видели? Я был так близок, ребята. Я считаю, что сегодня батя Бейзон реально разорил Тетрис. Но мне вот интересно, у меня на карте было 600 рублей. Надо было играть 20 раз по 30. Батя, надо игрушку не забыть. Вот такой вот приколдеса. А почему у меня осталось на счету 10 рублей, непонятно. Но мне кажется, сегодня в Тетрисе я вот этот раз очень хорошо поиграл вот сейчас. И хорошо поиграл. И до этого два раза выиграл призы. Это круто, это класс, Тетрис прямо лайкос тебя получает. Друзья, мы только одну не подписка, ставьте лайк, всем пока-пока!